Меня зовут Лена Полякова. Я американский рэпер. Рэпер, который приехал в Россию. И в России очень холодно зима. Я ходила, мне думали, что я бомж, потому что Киевский вокзал, и я ела сухарики. Но мне сказали, что я не замерзла и не подохла, правильно, не сдохла. Мне нужно одеваться, ну если я рэпер, мне нужно большой цепь. Но мне говорят, ты девочка. И я делала брошь. И я надела натуральную шубу, которую сделала в магазине Катерина Лемон. И находится он в Киевский торговый центр Европейский. И чтобы вот вы пришел и сделал свой размер, вам нужно просто прийти и сказать, я Полякова, и ваша шуба 44 и 46 будет предоставлена. Сейчас только тупой носит колготки и сапоги. Нормальные люди ходят в кроссовки на плоском ровном ходу. Они одеваются шубы. Российская зима, она будет радостна всегда везде. Ты не будешь выглядеть дешево, как будто ты какой-то студент из метро. У тебя баллоневый пуховик, это стрёмно. Ну, кто-то может, но если ты хочешь быть ровный, Вася, нормальный такой чувак, и одеть свою толочку, ты сюда заходишь, и она такая куколка выходит, как я почти что, да. Вот моя куколка, я 151 сантиметр, а сколько борзоты, потому что я уверенно одета. Если я уверенно одета, то что мне скажет на районе? И они не догадаются, что я смотрящая, но они догадаются, что у меня прекрасный вкус. У меня шикарный выбор. Я благодарю магазин Катерина Лемон за то, что качество есть в Москве. И за то, что я могу позволить себе быть красивой. А это мечта любой женщины. С добром и миром. Елена Полякова. The end of the show.